Всем привет, ребята, вы на канале Катюшка Хохотушка. Сегодня мы пришли на детскую площадку. На площадке совсем никого нет. С кем же мы будем играть? А я здесь наколдую, подруг. Наколдуешь? Да. Как это? Как это? Волшебной палочкой. Волшебной палочкой? Фокус, тру-ля-ля. Ура! Ух ты! Да ты волшебница! Здорово! И что это ты себе наколдовала? Лала-лупси, а ну покажи-ка. Давай посмотрим, что ты там себе наколдовала. Это же девчонки Лала-лупси. Ух ты, какие у них классные волосики, смотрите. Это у нас Пеппи-пом-пом. Это у нас Дюймовочка. А это у нас Радужная Эйприл. Вот это класс. Ну давай будем их распаковывать, посмотрим, что там. Давай. Итак, наши девочки распакованы. Давай будем смотреть. Посмотрите, какая она классная. Боже, такая милая девчоночка. Катюша, посмотри, какая она хорошенькая. Зайка, тебе нравится? Угу. Смотрите, какие у меня чудесные волосики. Волосики сделаны из резиночек. И классно закрученные. Они такие тянутся, как пружинки. И это у нас Дюймовочка, да? У нее глазки-пуговки. Красивый бантик на голове, он не снимается. Это у нее такое платьишко, как у балерины, красиво. И очень чудесные туфельки вот такие, они снимаются, да? О, вместе с носками. Туфельки снимаются вместе с носками. Вот такая вот красивая, чудесная у нас Дюймовочка. У нее еще есть питомец. Вот такой вот классный утенок. Кряк-кряк-кряк. Это у нас Радужная Эйприл. Посмотрите, какие у нее радужные волосики. Тут есть оранжевый, желтый, фиолетовый и розовый. Вот такая чудесная Эйприл. У нее тоже бантик. Еще у нее есть очки. Чудесная платьечко с такой вот юбочкой. Сейчас. Ножки и ручки тоже двигаются. Тоже садится на шпагат. Вот так. А, ну и красивые вот такие вот розовые ботиночки у нее. Вот такие тоже у нее резиновые волосики. Прим-прим-прим. Очень симпатичная девчонка. Класс. Катюша, какое у нее животное питомец? Кто это? Смотрите, какой попугайчик. Розовый попугайчик, ее питомец. Посмотрите, у него тоже глазки-пуговки. Вот такой вот он классный. Вот такая чудесная девчонка. И у нее тоже есть расчесочка. Вот такая вот чудесная расчесочка. Расчесывает ее кудряшки. Вот так вот расчесывается у нее кудряшка. Так тянутся, так пум, как пружинки. Супер. И осталась у нас еще одна наша девчонка. Это Пеппи Пом-Пом. Собака. Вот такая веселая девочка Лупси. Тоже с красивыми розово-оранжевыми волосами. Собачка у нее. Питомцем собачкой, такой лохматой собачкой. Вот такая собачечка чудесная, красивая есть. У нее такое платьечко, как у группы, девочек из группы поддержки. И бантик не снимается, ручки, ножки двигаются, голова двигается. Очень классные у них волосики, мне очень нравятся такие кутеряшки резиновые. Тебе нравятся кутеряшки? Она тоже умеет на шпагат садиться. И у нее тоже классные ботиночки. А еще у нее такие длинные гольфики с помпончиками. Она же Пеппи Пом-Пом. Вот такая вот классная девчонка. А теперь будем их катать на горках. Будем с ними сейчас играть на площадке. Так, ну что, пойдем играть с нашими девчонками на площадке.
Все? Да, ну все, давай тогда прощаться. Да. Классно погуляли, девчонки, правда? Да! Я буду тебя всегда брать на улице. Договорились. Всем пока! Пока-пока! И подписывайтесь на канал Катюшка Хохотушка! Всем пока! Ура! И ставьте лайки! Лайк! Всем пока! Пока-пока! Если вам понравилось это видео, подписывайтесь на наш канал. У нас есть еще много интересного. Влоги, обзоры игрушек, распаковка сюрпризов. Смотрите видео, как мы развлекались в новой игровой комнате Карлсон Парк в городе Киеве.